В первые четверти XVIII столетия приближенным Петра I под усадьбы нарезаются загородные в то время участки земли. Один из них, простирающийся от набережной Фонтанки у Обухова моста до Садовой улицы, впоследствии стал известен как ансамбль Юсуповского дворца на Фонтанке. Двухэтажный каменный дворец на высоких подвалах с повышенной на этаж средней частью отделен от набережной глухой каменной оградой. Перед западным фасадом дворца раскинулся обширный сад. Пруд с небольшим островком и живописно прорисованными берегами составляет основное композиционное звено сада. Аллеи отвечают конфигурации пруда и также проложены по осям мостов через протоки. В начале 1810 года дворец был выкуплен у князя Юсупова для размещения в нем первого в России высшего транспортного учебного заведения. Ныне это Петербургский государственный университет путей сообщения. С 30-х годов XIX века роду Юсуповых, находившихся в родственных связях с императорской фамилией, стал принадлежать дворец на набережной Мойке. Выполненный в традициях высокого классицизма, он отличался великолепием интерьеров. В декабре 1916 года здесь произошло убийство Григория Распутина. Одним из участников был князь Феликс Феликсович Юсупов.